Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 39 килограмм. Сразу отвечаю на ваш вопрос. Это произошло за 2 года. В 2017 я весила 120. В своих видео я делюсь своим личным опытом и, конечно же, рецептами, потому что для того, чтобы худеть, себя отлично чувствовать, быть просто самым обычным, нормальным, полноценным человеком, конечно же, нужно питаться вкусно, полезно и желательно быстро и из простых, доступных каждому ингредиентов. И сегодня мы с вами приготовим то блюдо, которое все любят с детства, но повзрослев, немного ленится готовить. Мы с вами приготовим поэтому сегодня ленивые вареники, потому что я тоже повзрослела. Долгий вариант готовить не хочу, поделюсь с вами очень быстрым рецептом, потому что младшая дочь Злата полюбила творог, и мы с вами сегодня приготовим быстрые вареники с творогом. Как всегда, ингредиентов очень мало, они самые доступные. Итак, посмотрим, что нам понадобится. Конечно же, творог. У меня творога 2 брикета по 200 грамм, итого 400 грамм. Жирность у меня творога 5%. Опять она, это моя любимая сималина, или по-другому манка из твердых сортов пшеницы, которую можно и нужно есть при здоровом образе жизни. И, конечно же, снижение веса, ее мы тоже будем использовать. Сималина у меня 150 грамм. 2 куриных яйца и 2 чайные ложечки сахара. Я буду сахар использовать с ароматом ванили. Обратите внимание, это не ванильный сахар, а с ароматом ванили я покупала и ошиблась. Так что будьте внимательны, производители, видите, как делают, интересно. Самая обычная мука нам потребуется на этапе, когда мы будем наши ленивые вареники формовать. Для того, чтобы тесто не прилипало, мы будем присыпать доску самой обычной мукой. Итак, быстрее начинаем готовить, все очень просто и лениво. Первым этапом я отправляю в миску творог. Кстати, это хорошо, что он уже в брикетах, то есть он мягкий. Если у вас творог крупинчатый, то его можно немного пробить блендером для того, чтобы он стал более однородным. Следующим этапом добавляем 2 обычных куриных яйца, добавляю 2 ложечки сахара с ванилином и перемешиваем. Для того, чтобы перемешать, достаточно самой обычной ложки. Вот так, сейчас мы немного смешаем до однородности творог с яйцами, и следующим этапом мы уже будем добавлять манку. Следующим этапом к творогу, перемешанному с яйцами и сахаром, я добавляю сималину. Аккуратненько перемешиваю, тоже до однородности. Пахнет очень вкусно благодаря ванилину. Это просто запах детства. Я уже перемешала сималину и все ингредиенты. Видите, вот такое мягкое очень тесто получилось. Оно липкое, это нормально. Теперь самое время поставить кастрюльку на огонь, потому что все практически готово. Сейчас надо, чтобы сималина постояла 15 минут. Ну, не только сималина, а наше тесто для ленивых вареников. Поэтому мы сейчас включаем кастрюльку, ставим ее на огонь и будем уже готовить наш ленивый вареники. Это очень быстро, просто и вкусно. Прошло 15 минут, манка наша набухла, то есть мы уже готовы приступить к приготовлению самих вареников. Сейчас я подсаливаю воду, которая тоже за это время закипела. Я на 2,5 литра добавила чайную ложку соли. Мне потому что нравится сочетание, когда сладкие вареники варятся в подсоленной воде. Как поступить вам? Решайте сами. Мне нравится в подсоленой водичке. Итак, теперь начинаем формовать наши ленивые-преленивые вареники. Начинаем с нашими варениками разбираться. Это быстро, вода у нас уже закипела. Сейчас на доску я обильно насыпаю муку. Теперь беру часть нашего вареничного ленивого теста. Очень произвольно. То, что оно очень липкое, это нормально. Сейчас все это мы исправим с помощью муки. Теперь я присыпаю его и сверху. Вот так лепим такой что-то типа пирожка. И катаем колбаску прямо на этой муке. Тесто очень нежное, очень пышное. Конечно, вареники восхитительны с вишней. Но так как наша младшая Злата привереда, мы будем готовить только с творогом. Если вы хотите приготовить с вишней, то нужно просто расплющить колбаску, завернуть туда вишенку и готовить таким же образом. Мы с вами готовим самый простой и быстрый вариант. Вот такая плоская колбаска у меня получилась. Теперь я вот так, где край тоже, обмакиваю в муке. И нарезаю их. Вот такие у меня вареники нормального размера. Мелкие я не люблю. Вот так аппетитно выглядят наши ленивые вареники. Сейчас мы их немедля отправляем в кастрюльку с кипящей водой. Теперь аккуратно их отправляем. И помешивать, конечно же, их нужно очень аккуратненько, потому что они супер нежные. Поэтому, конечно же, к ним относиться нужно максимально аккуратно. Теперь я аккуратненько шумовочку, чтобы они не пристали ко дну, их помешиваю.
Готовность вареников мы определяем. Как обычно, когда они всплывут, им достаточно провариться будет еще минутку, и они уже готовы. Теперь я приступаю к приготовлению таким же образом. Следующей партии, либо можно поставить на огонь большую кастрюлю, налепить сразу их много и сварить их все. Мне было сегодня удобнее вот так. Итак, наша первая партия готова. Сварились они у меня за 1,5 минутки. Тут, конечно, нужно быть очень аккуратным, потому что оно нежное, но сейчас оно сварилось. Вы видите, они не разваливаются. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы приготовим все наши ленивые вареники и покажем вам, конечно же, выход, потому что дети уже прибегали, они учуяли вкусный аромат ванили и уже прибегали, спрашивали, когда же закончатся съемки и им дадут закусить такими вкусными варениками со сметанкой. Итак, прошло всего 15 минут и наши ленивые вареники готовы. На самом деле на выходе их было больше, но дети прибегали проверять, хороши ли они на вкус. В общем, проверку прошло достаточно большое количество вареников. Это те, которые остались. Посмотрите, как замечательно они выглядят. Они полностью сварились. Варятся они 1,5 минуты. Замечательная идея для быстрого, вкусного и, конечно, полезного завтрака, потому что сималина, манка из твердых сортов замечательно подходит для здорового питания. Ну а пользу творога, я думаю, знает каждый. Я очень рада, что сегодня поделилась с вами таким быстрым, ароматным рецептом. Поэтому желаю вам приятного аппетита. Как всегда, жду ваш отзыв в комментариях. Я уверена, что и такой быстрый, легкий, доступный рецепт придется вам по вкусу. И, конечно же, чтобы оценить нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Нам будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь скорее на канал. Я вас приглашаю в наше классное и позитивное сообщество. У нас здесь очень хорошо и, конечно, вкусно. И не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы знать, что новое видео уже на канале. Мы их для вас снимаем каждый день. С вами была ленивая Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, ленивых вареников с сималиной и творогом.